Ну что, с почином вас, Дмитрий Михайлович. Спасибо. Лодки не дождаться. Будем пробовать наши лодки не дождаться, будем на чужой. Да, но мотор-то твой. Мотор будем, тоже не мой. Будем проверять. Пробуем? Пробуем. Заводи. Завожу. Ну, выходим первый раз на воду. В этом году? В этом году с мотором. Да. Первый раз. Попробуем, получится, получится. Получится, получится, не получится, так не получится. Все, все, давайте. Удачи. Давайте. Сильного этого мотора. Потихоньку, но едет.
Спасибо. Все, бензин хочешь? Нет, пока. Что, мотора вашего не слышно? Мотор отдыхает. Идем дальше. На двух цилиндрах. Звук. На звук, не знаю, что на двух цилиндрах. Да, на двух цилиндрах. На двух ручных силах. Плывем, но не знаю куда. Куда-то плывем. Еще бы там была рыба, куда плывем. Ну, я думаю, что рыбу мы сегодня ловить не будем. Что-то мне... Не все сразу, да? Да, не все сразу. Фляжка есть хорошая, маленькая. Ну, это... Так что не переживайте, если что. Это настроение нее, это лучше вам. С нее только писать. Здесь можно. Че, Андрюха, вот это не приехал, а мы это ловим. И все у нас хорошо. Так что сиди и облизывайся. Чин у вас, Дмитрий Михайлович. Спасибо. Не зря началось. Да, я думаю, что не зря. Тут мы что-нибудь тут половим. Отпускаем? Или ведерко? Нет, знаешь что, а ты ведички, да. Ведички сюда налей. Сейчас нальем водички.
ведерко, Дмитрий Михайлович, ведерко. Поймали подружку. Ну, хороша, отборная опять. Главное, в речку не отпустить. Нет, она хорошо сидела. Ай! В тот раз так же сидела хорошо. Потом так же лежала. О! Две! Все, видите, я же говорил, надо три раза плюнуть. Вот, видите? Не жалейте слюн. Слюней! У вас есть баночка, там прибавите слюни, не бойтесь. Куску и ротрат. И ротрат. Так что мы будем ловить что-нибудь побольше. Топливный запас все стряхнешь. Давайте. Не хотят? Не хотят. И понравилось видео. Понравилось. Тут же ротва есть. Да, 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 да. Ну давай. Там берег свозят на халяву. Ну давай. Все. Обалуйся и хватит.